Родители первенцев продолжают получать ежемесячные выплаты, на которые с этого года могут рассчитывать семьи с невысоким доходом. Впрочем, далеко не все мамы и папы по непонятным причинам нашли время и желание подать документы. Выплата составляет 10 176 рублей. Семья будет ее получать каждый месяц, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Сумма финансовой поддержки формируется из расчета прожиточного минимума малыша за минувший год. Сегодня пособие, которое предоставляется по инициативе президента страны, в Новгородской области получили 385 семей. В основном это жители областного центра и Новгородского района. Тот набор документов, который дает право, да, чтобы гражданин получал эту выплату, он в принципе минимальный. Единственное, наверное, для людей в чем сложность, это сведения о доходах. Сведения о доходах должны быть за 12 месяцев перед месяцем обращения. А так, в общем-то, это паспорт, это свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, и банковские реквизиты, куда перечислять денежные средства. Нюанс. Доход для работающих граждан на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума. Чтобы получить выплату, нужно обращаться лично в Центр по организации социального обслуживания, филиал которого есть в каждом районе области. По словам Ирины Петуховой, первая выплата перечисляется на счет семьи в течение недели после обращения. Добавим, что в этом году региону на такие выплаты выделяется субвенция почти в 66 миллионов рублей.